есть 11 человек, хотя бы один восьмиклассник, хотя бы один девятиклассник, десятиклассник, это понятно. Докажите, что никогда нельзя. Почему? Докажите. Я хочу, что можно. Первое, восьмой класс. Хорошо. Девятиклассник. 10. 8. 11. 9. 10. 9. 8. 11. 10. Это все? Это все. Давайте я сейчас укажу вам 5 точек, где нет ни одного. Вот смотрите, начиная с этого и заканчивая вот этим. 5 точек, здесь нет 11 класса, ни одного. Все. Итак, окончательно формулирую задачу. Есть 11 фишек 4 цветов, каждого цвета хотя бы одна фишка. Докажите, что как не расставляя их по окружности, найдутся 5 подряд идущих фишек, среди которых какого цвета хотя бы одного из цветов нет.